Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Все кошки замечательные и уникальные, но что касается харизмы и энергетики, то так называемые беспородные домашние кошки часто намного опережают породистых. И это неудивительно. Они, рожденные в результате свободного выбора и любви, а не селекции и скрещивания, находятся, безусловно, на вершине эволюционной пирамиды семейства кошачьих. Домашняя кошка. Может быть, это и есть глобальная суперпорода, ведь именно такие кошки когда-то успешно колонизировали Землю, непринужденно приручив человека, завоевав сердца женщин и поселившись на привилегированных условиях в наших домах, не пожертвовав при этом своей драгоценной свободой. С удовольствием представляем вам достойного представителя гиперпороды домашних – полосатый кот Васька. Елена Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень приятно у вас в гостях оказаться и увидеть кота, настоящего нашего русского кота, которого зовут Васька. Нам тоже приятно. Приятно, что вы обратили на него внимание. Но вы знаете, вот такой совершенно классический кот, классического окраса, и выглядит он как настоящий кот. Таких котов очень много на всей территории нашей страны. А почему вы ему дали такое, прямо скажем, банальное для кота имя? Васька, самое популярное в нашей стране. А у нас такая традиция. Вообще, если мы называли котов сами, то мы всех называли Васьками. Васька – это, ну, такое дженерик имя. Общее имя, именно потому что оно распространенное, и с Васькой ассоциируется именно кот. Никто же не называет собаку Васькой, как правило. Да, это настоящее имя для кота. А как он у вас появился дома? Ну, мы были в гостях у наших друзей и увидели там котеночка. Оказалось, что это был последний из помета, которого некуда было пристроить. А эти наши друзья лет еще 15 тому назад нам как-то уже сосватали одного кота. И вот мы взяли его на воспитание, и очень он нам понравился. Мы считаем, что он у нас соответствует кошачьему стандарту красоты. А еще интересно, что у него удивительная симметрия в окраске. Хотя окраска нередкая, и даже в нашем районе я часто вижу кошек и котов такого окраса. Ну вот я знаю, что ваш кот, он живет в Москве, а летом на даче. Дачный сезон он проводит. Вот его поведение на даче от поведения в Москве сильно отличается? Отличается, конечно. Там он чувствует свободу. Там он хозяин, там уже его территория, он ее отмечает и все. А здесь он сразу успокаивается, когда он приезжает. Но там он меньше зависит от хозяев. Да. И хотя он регулярно проверяет, а есть ли хозяева на месте, да. И если они, не дай бог, уехали куда-то, это его волнует, тем не менее, большую часть времени он проводит на свободе. Да. Если он спит где-то целый день, то неизвестно, где он не спит дома. Домой он приходит ночью, немножечко подкормиться, чуть-чуть отдохнуть, и потом снова уходит. И проверить хозяев, там ли они, не сбежали ли. Ну, а здесь как на подводной лодке. Да. Деться-то некуда. Да. Так что ему приходится приспосабливаться. Получается, по-настоящему живет летом на даче, в Москве зимой зимует. Но мы считаем, что за те, ну, примерно 4 месяца, которые он проводит на даче, мы ему компенсируем тяготы бытия в квартире. Интересно, что Васька дома просто образец идеального домашнего кота. Ласковый, чистоплотный, уютный и понимающий. Но летом на даче этот домашний идеал сразу преображается.
превращаясь в бескомпромиссного искателя приключений, который появляется в своем доме только чтобы поесть и поспать, а потом снова исчезает в неизвестном направлении. У этого дачного Васьки есть друзья и враги, любовные связи и взаимоотношения с соседями, дополнительная еда от них и, конечно, добыча, которую можно поймать и съесть. Дачный сезон для Васьки – это несколько месяцев большого кошачьего счастья. Конечно, очень жалко животных держать в таких условиях. Скажем, в странах типа там Голландии, в маленьких городках, там нет этой проблемы. Фактически животные живут на свободе. Ну и даже сделаны у них специальные двери, такие форточки, да, через которые они могут ходить. Вот у нас и дочери, и кошка ходит. А здесь, к сожалению, мы этого не можем себе позволить. Был у нас когда-то кот черный, тоже был Васька, но безобразник ужасный. Его удержать дома было невозможно. Он гадил. Причем где ни попадя. Вредничал. И вот приходилось его выпускать. И он, мы жили тогда на 5-м этаже, в соседнем доме таком же, да, и он спускался, уходил на улицу, потом, когда он возвращался, он обычно любил посещать всех соседей, к которым можно было бы стучаться. Как всем заходил в гости. Но кончил он плохо, и поэтому мы не выпускаем котов сейчас вот здесь на свободу, потому что, видимо, его кошатники, вот эта служба. Сейчас не кошатники, животных. Бродячие собаки. Нет, да. Но это было давно, это было лет, наверное, 15 тому назад, может быть, даже 20. Тот год был черный, абсолютно черный Васька. Скажите, Елена, вот мне очень интересно, а что вы вообще находите в кошках? Почему вы кошек любите? Вы знаете, по гороскопу я лев. Из кошачьих. И поэтому кошки мне очень близки. Родственные души. Родственные души. Вот видите, у меня тигрусы. Кстати, и по манере поведения, в характере очень много общего у хозяйки и у кота. Да. Да, такая вот кошачья строптивость иногда. Да. Мы также на стороже. Вот я всегда есть. Вы знаете, знаки зодиака определяют, в общем-то. Они работают. Да, они работают, да. Поэтому кошки мне очень близки. Вот мы решили его снова пригласить. Правильно. Он уже успокоился. Мальчик. И как-то так прислушивается к беседе. Ты мой мальчик. Мы даже думаем, что у него больше интеллекта, чем обычно предполагается. Он очень умный кот. Утром он меня будет часов 5, приходит и рассказывает, причем на разные голоса, у него такой разный мяв, иногда потягивание, он привлекает как к себе собака. Внимание, но в конечном счете, если он меня своим мявом не может разбудить, он начинает открывать двери у шкафов, что в конечном счете заставляет меня подняться и решить его насущные проблемы. Обычно это добавит корм. Если он идет в туалет, он обязательно скажет. Песни он поет на разные голоса. Иногда он настолько душевно и глубоко поет песни. Вот у него прямо, вы знаете, расположен он ко мне. И все, споет все, что он накопил. Елена, то есть кот Васька ваш? Мой. Безусловно. Меня он просто терпит. Он из меня он вымогает, поскольку хозяйка более сурова в некотором смысле, хотя, может быть, и любит его больше, но воспитывает его. А я ему потакаю. Если он слышит, что я разделываю мясо, то он тут же приходит на кухню, и вот тут он дает волю своим чувствам, что редко с ним бывает, обычно он еду не просит. Он так степенно сидит и своим видом показывает, пора. Пришел обедать. А тут он готов, значит, стоять на задних лапах и мяукать, ну, в общем. А он... меня он за свою принимает.
если я не встаю, когда он мявкает, он разбегается и бросается на меня. Будет. Просто самым настоящим образом. Приходится вставать. То есть, получается, Васька — это и ваш еще и будильник? Будильник, да. Скажите, а он гурман у вас? Да. Капризный, гурман и очень избирательный везде. Но вырезка ему нравится больше всего. Мне тоже. А как насчет рыбки? Рыбку тоже, да. Рыбку. Да, но я не знаю, почему-то Лена считает, что кормить сырой рыбой кошек не стоит, да, потому что там могут быть паразиты. Да. Не знаю, но он очень любит. Он предпочитает треску, что-нибудь такое простое, но мы знаем, что на Западе треска стоит дорого. Нет, глубоководные рыбы, они без этих самых вирусов. Их можно. Масенька, ты посмотри в камеру. Смотри, все. Вась. На даче он любит демонстрировать, как он хорошо лазает по деревьям. Да. Причем в хорошем настроении он обычно прыгает с одной яблони на другую, вверх, вниз. И показывает, как он бегает. И что удивительно, ему не страшно спускаться. Да, Васька, про тебя разговор. Он чувствует, что я рассказываю о нем. Вот, он знает свое время. Вот 9 часов вечера он меня загоняет спать. Он мне покоя не дает, он бросается мне на руки. Вот, и лежу уж совсем, когда я ничего не иду, я играю в игры на компьютере. Он ложится и смотрит во все глаза, не отводя, что пора спать. И еще он очень реагирует на телефонные разговоры. У нас обычно громкоговорящая связь. И если кто-то звонит, то это его возмущает. Он очень ревнив. Вот видите, он даже хвостом сейчас. Да. Машет примерно так же. Да. Может даже броситься. Броситься на человека, который сидит и говорит по телефону. Да, бросается на руки. Когда говоришь по телефону, он бросается на руки. Вот. Требует внимания к себе. Да, ревнивец, ужасный ревнивец. Почему? Вот такой. Ну что ж, замечательно. А скажите, Елена, Владимир, давайте подытожим. Вот для чего, как вы считаете, человеку нужна кошка? Вы знаете, это общение с природой. Я не знаю, это живое существо, в общем-то. Я даже мыслить не могу. Это у вас всю жизнь кошки, собаки. Вы знаете, это то тепло в отношениях, которого очень часто не проявляется в отношениях с людьми, даже близкими людьми. А животное в этом смысле, он, конечно, не бескорыстен, он, наверное, эгоист, но одновременно у него нет каких-то целенаправленных эгоистичных устремлений, и его мурлыканье, даже его желание, чтобы его приласкали, оно как-то вносит теплую струю и улучшает отношения. Кошка в доме, да, это климат хороший. Член семьи? Да, причем самый член главный. Член семьи главный. Полосатый кот Васька. Классический кот. Сколько таких обаятельных красавчиков гуляет и ловит мышей на бескрайних просторах России? Яркий представитель породы, название которой – настоящая домашняя кошка. Так что не гонитесь за модными искусственными породами. Посмотрите вокруг, и вы обязательно обнаружите где-то рядом своего Ваську или свою Мурку. Красивых, умных, здоровых, умеющих по-настоящему любить и дарить свое волшебное тепло. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Нет, вот он строптивый. Но это вот кошачий характер. Это кот, настоящий, который сам по себе все-таки. Он может снизойти, но не более того. Хороший, очень хороший кот. Кот замечательный, маленький. О, какой Васечка, вот какой. Кошатик мой. В них есть что-то,
что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм «Васька». Главное – здоровье. Ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре. Весь спектр ветеринарных услуг 24 часа в сутки. Высококлассные врачи, современное техническое оснащение, особое отношение к каждому пациенту. Москва, Цветной бульвар, дом 11, строение 1. Здоровье в центре внимания. Monge – это итальянская компания, фамильный бизнес. Мы производим продукты для домашних животных уже более 50 лет. Наша компания начинала свою деятельность в птицефабрике. Мы производили мясо птицы и начали делать продукты для домашних животных на его основе. Вся продукция Monge делается из свежего мяса, сразу упаковывается, без добавки каких-либо консервантов и улучшителей. Мы защищаем свой продукт и предохраняем его от порчи при помощи процесса высушивания и экстракта розмарина. Продукты Monge производятся только из натуральных ингредиентов. Это категория супер премиум. Они стоят чуть дороже, и мы гарантируем, что, потратив немного больше средств, вы получите качественный натуральный корм без всяких добавок, который в то же время не оказывает вредного влияния на здоровье кошек и собак и не вредит окружающей среде. Мы гарантируем качество Monge, а кошкам и собакам нравятся наши продукты. Они показывают высокую поедаемость в многочисленных тестах и исследованиях. Мы уверены, что российские кошки и собаки полюбят продукты бренда Monge так же, как их любят кошки и собаки Италии. Дайте вашим питомцам попробовать. Buon appetito! Я заводчик собак породы лабрадор ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли Хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли Хвост – мой секрет идеальной собаки. Компания «Фармино» – это молодая компания, итальянская, которая за очень короткое время, с 92 года, успела на сегодняшний день наладить свои бренды во всех континентах мира, благодаря качеству своих продуктов. Основное отличие компании «Фармино» – это то, что она продвигает систему питания для плотоядных, так как кошки и собаки являются плотоядных, соответственно, в состав кормов изначально предусматривается адаптированные корма для кошек и собак, которые выражаются в брендах ND, беззерновые, с пониженным содержанием зерна, потому что компания «Фармино» заботится о здоровье животных. Соответственно, это и есть основная идеология по продвижению и, скажем, изготовлению продуктов компании. Качество продуктов на сегодняшний день, если возьмем существующие сегменты премиум, эконом, премиум, супер премиум, холистики, то есть в любом из своих, скажем, сегментов компания «Фармино» старается сделать состав выше, чем все остальные конкурентные продукты по содержанию белки, по содержанию минеральных веществ и витаминов. Я бы хотел пожелать зрителям, чтобы читали состав кормов побольше и выбирали достойные продукты для своих питомцев.
все. Это программа «Удивительный мир собак». И сегодня мы вам расскажем и с удовольствием покажем все о собачьей моде. Елена, ну расскажите нам о том, как создается мода для собак. Ну, для собак создается гораздо сложнее, чем для людей. Потому что человек, он может сказать, что ему неудобно, а собака это сказать не может. Поэтому это дизайнер, конструктор должны понимать, как это правильно сделать, как правильно сформировать швы, чтобы собаке было комфортно. Поэтому это тщательно все разрабатывается, примеряется на собак, делаются выкройки. Индивидуально для каждой там породы рассматривается, как что, чтобы было все это удобно. Также выбираются специальные ткани, которые должны быть подходить для животного. Не электролизовалась шерсть, непромокаемые. То есть это очень длительный такой и грандиозный процесс. Но, судя по тому, как вы улыбаетесь, этот процесс доставляет вам тоже удовольствие. Конечно, потому что это творческий процесс, и ты все-таки если делаешь это для животных, а животные – это всегда радость. Согласен. А вы советуетесь с заводчиками разных пород? Да, конечно, обязательно, потому что нужно померить не на одну собаку, а на несколько собак, и выслушать их пожелания, как сделать, сделать ли более закрепить там резиночкой, или закрепить шнурком, или что-то еще. Конечно, обязательно, обязательно мы советуемся со всеми заводчиками. Левретка – малая итальянская борзая. Из-за того, что у них очень короткая шерсть, они не любят, когда ветрено, когда некомфортно. Поэтому даже летом или когда тепло, лучше одевать удобные, мягкие, комфортные маечки. Порода очень подвижная, им нужно много бывать на свежем воздухе, много двигаться. Поэтому даже в плохую погоду нам приходится с ними гулять. Ну и, что немаловажно, конечно, летом защита от клещей. Одежда очень мягкая, очень комфортная, и они, в принципе, очень хорошо в ней себя чувствуют, потому что кожица у них очень нежная, шерстка мягкая, и поэтому они, если бы было бы им неудобно, они бы сейчас ничего не согласились бы одеть. Вот, так что мы очень любим эту одежду, вот, очень сильно любим, и используем ее вот в летний период. А сколько примерно одежды должно быть в гардеробе средней собаки вашей породы? Сколько должно быть одежд у красивой девушки? Много. На осень нам нужна одежда, на зиму, летом. Ну и так, чтобы было красиво, платьице какое-нибудь, в гости пойти. То есть на выход? Да, конечно. А как начинаются модели? Вот, может быть, какую-то одну расскажите. Может быть, вот эта, которая сейчас. А модель, значит, как родилась эта модель? Вообще, эта модель – это как ноу-хау. Потому что еще никто такую модель не создавал. То есть идея здесь такая, что это комбинезон-трансформер. То есть можно в один комбинезон вместить несколько пород. Потому что возможность затянуть как бы затяжки, которые позволяют изменить объем. То есть, если у тебя собака покрупнее, ты можешь распустить, и у тебя получится более больший объем. Если у тебя поменьше, то ты затянул. То есть, родилась она как? Потому что много пород, а собаки в основном не все стандартные. Как бы. Собаки есть разные. Вот Чмока, она у нас чемпионка. Крупная, настоящая, хорошая чао. А другие чао поменьше. Но, в принципе, есть стандарт, который подразумевает определенный размер. Но для того, чтобы собака попала в этот комбинезон, вот мы и решили придумать, чтобы такое, чтобы унифицировать как бы это. И получился очень удачная вещь. Вот Чмока вам как раз ее сейчас продемонстрирует. Видите, можно затянуть здесь, можно затянуть здесь, а можно отпустить. И тогда это уже будет на более там другую собаку. Хотя комбинезон тоже для чао.
Мы, на самом деле, очень довольны. Ну и заводчики тоже, потому что мы много с ним работали, мы много сделали всяких измерений собак, и так, и сяк. В общем-то, люди остались очень довольны. Собаки в них прекрасно ходят, он непромокаемый, очень удобно одевается, комфортно, то есть отлично. Потому что мода для собак, это человек покупает не только как бы это просто животным, а животное это находится рядом с ним, это его часть. И, конечно, хочет, чтобы это тоже было красиво. Потому что, ну, это же как член семьи собака. Она же, ну, не цепная, поэтому, конечно, даже больше, я вам хочу сказать, что больше покупают собакам, чем детям. Потому что, ну, для собаки никогда никто ничего не пожалеет. А потом, знаете, люди гуляют с собаками, и приятно, когда рядом с тобой такая красивая собака. Когда они идут и говорят, ой, какая красавица, а какой же на ней костюмчик. Наталья, а чем хороши именно эти модели? Эти модели предназначены для зимы. В собаках в нем тепло и уютно. Очень удобно сделаны лекала у комбинезона. Широкая задняя лапка позволяет собаке свободно сгибать ногу, и она не путается, не встает в ступор, как бывает на других моделях. Она прекрасно двигается. Не пачкается животик, а в ботинках сохраняются подушечки лап от соли, которую посыпают нещадно на дорогах. Мои собаки прекрасно носят одежду, им нравится, они спокойно стоят и ждут, когда их оденут. Я хожу гулять одновременно с тремя собаками, привыкла уже, быстро их одеваю, и мы выходим на улицу. Раздеваю их, они все чистые. Светлана, вы тоже поклонница моды для собак? Ну да, как любой владелец собак, я забочусь об их благополучии. Потому что погода бывает разная на улице. И слякоть наша московская, которая вперемешку всякими реагентами, очень плохо сказывается на собачьей шерсти. И поэтому нужно использовать одежду. Приходится это делать в московских условиях. Ну и, конечно, хочется, чтобы одежда была красивая, и собачка в одежде тоже была красивой. Ну что ж, прекрасно. Гармонично очень смотрится эта собака. Представьте, пожалуйста, ее. И буквально несколько слов о породе. Это порода сибаину. Это маленькая еще девочка, ей 9 месяцев. Зовут ее Сари. Девочка очень хорошая, покладистая. Вообще порода неоднозначная. Представители этой породы совершенно разные по характеру, и с ними довольно непросто. Но если найти контакт, то очень хорошая собака. Но вы знаете, очевидно совершенно, что эта одежда ей не мешает. Видно потому, как она переносит. Самые маленькие овчарки, зовут их Шелти. Это прекрасная порода, которая обладает рабочими качествами, веселым нравом и всегда везде во всех занятиях бывает первой. У нас, конечно, прекрасная, роскошная шуба, но о ней надо заботиться. Мы, конечно, не мерзнем на морозе, но зимой бывает не всегда снег. А бывает очень часто в Москве слякоть и очень тепло, лужи, всегда стали сыпать реагенты. И это, конечно, очень большая проблема для нас, потому что мы приходим
после веселых прогулок очень-очень грязные. И поэтому нам надо защищать наш роскошный мех. И комбинезонами мы пользуемся всегда на прогулках. Здесь у меня щенки и взрослая уже собака. И мы смогли подобрать очень красивые комбинезоны, которые в соответствии с характером каждой собаки. Рось у нас очень такой солидный английский джентльмен. Ему достался очень красивый, красивая курточка в клетку. Вот, девочки у нас такие романтичные. Вот такая вот у нас есть парижанка такая, прям очень красивая. Такая очень модная девочка с характером у нас. И такая очень романтичная у нас Дели. Да, Делечка, нежная у нас. Очень такая, нежная, да, наша девочка. И ей достался очень красивый нежный комбинезон с рюшечками. И она им очень-очень довольна, очень удобные. Позволяет им двигаться и не стесняет их во время веселых игр. Это прекрасная женская футбольная команда. Хорошо сказано. Ну, видно, что одежда им не мешает, что они к ней привычны. А скажите, для вас, Оксана, что важнее, эстетика или практичность? Ну, мы, конечно, сочетаем и эстетику, и практичность. Это, ну, наверное, сама порода обязывает, что, с одной стороны, это очень красивая собака, которая очень гармонична, очень изящна, обладает прекрасными движениями, но в то же время это все-таки служебная собака, которая обладает практическим абсолютно назначением для пасьбы овец. И, например, Росси у нас пасет овечек, ему это очень нравится. И когда бывает не очень хорошая погода, Росси пасет овец в комбинезоне. Елена, а вот скажите, все-таки зависит ли страсть к одежде от размера собаки? Нет, ну, конечно, это не зависит. Ведь на самом деле не от размера собаки это зависит, а от того, как человек относится к своему животному. Ведь люди все одеваются. Не значит, если человек большой, он должен ходить раздетый в мороз. Он тоже одевается. Так же собаки. Если доберман, он короткошерстный. От того, что он большого размера, он все равно мерзнет на улице. Или дог. Ну, это просто самое огромное животное. Но оно тоже очень мерзнет. И мне очень жалко смотреть на этих животных, когда хозяева сами в шубах или в хорошо утепленных финских куртках, а рядом с ними трясущиеся собаки от холода, потому что у нас в России минус 25. То есть, если что, и дога оденете? Оденем и дога. Ирина, ну, у вас такая очень компактная собака. Давайте представим породу ее саму и расскажем об одежде. Ну, мы ее дома зовем Манечка, Маруся. Это голая китайская хохлатая. Ну, поскольку голая, да, само за себя говорит, что в собаке одежда просто обязательна. И в дождь, и в мороз. Ну, кстати, летом тоже, как защита от нежелательного солнца. Ну, кто-то перед выставками загорает, кто-то не загорает. Ну, а также летом защита от клещей, блох, на самом деле, вполне себе неплохая. Эта модель, она явно не для того, чтобы выходить зимой, да? Нет, это, конечно, не зимний вариант, вот, потому что зимний должен быть более теплый, желательно с капюшоном. Это летний вариант, но, в принципе, тоже весьма хорош, особенно, когда очень хочется защититься от нежелательного солнца. Закрыто все практически, то, что нужно. Опять-таки, двигаться не мешает. Ну и, соответственно, собака чувствует себя более чем комфортно, потому что вся модель сделана из трикотажа. Это очень удобно. Как вы думаете, собаки чувствуют, что их одевают, вот, что они более красивые в этой одежде? Им это дано понимать? Да, и в зеркало на себя посмотреть мы любим. Опять же, ну, не знаю, как остальные. Вот эта собака, например, не всякую одежду на себя наденет. Ей не нравится, когда что-то шуршит, когда что-то стесняет движение, когда что-то
какая-то сильно такая толстая одежда мешает ей ходить. Поэтому для каждой собаки выбирается все индивидуально, но вот для нее, да, она уже привыкла ходить в одежде практически постоянно. Даже иногда дома ходит, она у нас в костюме, в спортивном. А как часто вы делаете коллекции? Как они рождаются? Как возникает идея обновить коллекцию? Или это привязано к сезону? Вы знаете, коллекция обновляется каждый год. То есть каждый год обновляется осенне-зимняя коллекция, и каждый год обновляется весенне-летняя коллекция. Это, ну, это потребность вообще, как бы, мне кажется, в любом. Для любого кутюрье, для собак ли он это делает или для людей. Конечно, люди хотят новенькое. И потом все-таки изнашиваемость все равно высокая у комбинезонов. Погуляли, кидаешь в стирку. Поэтому стараемся менять постоянно. То есть все время что-то новое. Все время, чтобы порадовать наших владельцев. А можно сказать, что у вас есть определенный стиль подхода к собачьей одежде, который вы выработали? Ну, вы знаете, в общем-то, мы стараемся, наоборот, использовать, скажем, как бы разные стили, потому что люди любят разные вещи и разные цвета. Единственное, что точно мы выработали, это качество. Это так шьются комбинезоны, чтобы внутри все швы были обработаны, чтобы это не натирало собаке, чтобы это не портило ее шерсть. И подбираются исключительные ткани, только высочайшего качества. Все, чтобы создать комфортное состояние собаки, находясь в этом комбинезоне. Поэтому они отлично бегают, они в нем играют, их не стесняет эта одежда, не вызывает никаких у них проблем. Вот видите, чмока туда-сюда, скачет, прыгает. То есть они вообще не замечают, что они одеты. Для них это вот как вторая кожа, скажем так. И это важно, это важно. Это самое важное на самом деле. Мне нравится мода для собак. А давайте в заключение все-таки подытожим. Что это такое? Одежда для собак. Что самое главное, Наталья? Собачья мода – это удобно, практично, красиво и эстетично. Гуляйте красиво со своими питомцами. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Я заводчик собак породы лабрадор-ретривер, и я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли-хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли-хвост. Мой секрет идеальной собаки. В них есть что-то, что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм «Васька». Главное – здоровье.